Так, ну все, чуваки, все, 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 шутки в сторону. Реальный Undertale на Пепеленде. Так, я готов. Проходи. Окей, начать игру. Выбрать имя, жесть! Я не знаю, как это на стриме выглядит, но в игре выглядит клево. Я медленно, чтобы у вас, типа, прогрузилось. Тут, по идее, битрейт просто в ноль упадет. Выбрать сохранение. Окей, 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 окей. Я не забыл выложить вещи? Да, там еще можно было. Окей. Ну я, то есть я не хочу казаться каким-то... Какой-то разлом в горе. Ох ты, ё-моё, я вижу, понял. Обалдеть. Можешь прочитать и взять тотемы. Ага, сейчас, секунду. Проект «Руины» — это обучающая локация из игры Undertale, адаптированная в Майнкрафт. Автор проекта «Втулка» — команда «Руин», механизмы «Влад», сбор большей части ресурсов «Калиста Касев», раскопки «Втулка Влад Касев Калиста Ктулху Андет Скероу Картоха», перенос на сервер «Втулка Калиста Влад Касев Скероу Ктулху Андет Мистер Усачев Картоха», моральная поддержка «Калисто». Не нападать на обитателей подземелья, если вы пацифист. Нападать на обитателей подземелья, если вы хотите геноцид. Не залазить в технические отверстия, если такие будут обнаружены. Наслаждайтесь игрой. Совет проходить проект не спеша. Старайтесь найти все пасхалки перед заходом на локацию. Уберите, что у вас в руке находится тотем приятной игры. Так, ну... Тут вроде все осмотрел. Жесть. Погнали, чат? Пам-пам-пам-па-ба-бам. Окей. Красиво. Блин, это вот это я спалил случайно, да, в тот раз. Жесть. Окей, хорошо. Красиво, 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 красиво. Погнали. Я буду, кстати, сопровождать. Окей. Окей. Окей, 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 окей. Лол, а киты правда существуют? Не мясо козы. Хорошо. Здравствуйте. В другой вселенной у меня уже получается отличный. Отличный? Ну там, неважно дальше. А, окей. Мне, ага, окей, 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 хорошо. Мы идем вместе, нормально. Бесконечные звуки алертов с повышенной минималкой. Окей, я понял. Наполняют вас решимостью. А, это прям жесть, это прям сохранение. Обалдеть, кайф, круто. Я часто путаю задний вход с передним. Да, заходи. Я просто рассматриваю все. Окей, так, тут есть плиты, я предположу, что это головоломки. Жаль, что мамы тут нет, придется думать самому. Так, ну, пока что эти плиты выглядят одинаково и ничего не понятно. Я допер, походу, наверное, надо по центру пройти просто. Нет? Ты не помнишь? Я не помню, я не... Чуваки, я не помню. Так, ладно, втулка, подсказывай, я не помню. Ты правильно прошел по квадрату, но потом нужно нажать рычаг. По квадрату, то есть вот так? Да. Ну я прошел, а оно не это. Нет? Я слышал звук. Окей, хорошо. Мистическим образом, как только я услышал звук игрока у двери, дверь открылась. Хорошо. Это было слишком быстро, потому что вот нашлась проблема. Жесть, классные стрелочки. Классные уточки. Это в ресурс-паке этом, который шведов делает? Ну, не только шведов. Окей. Я что-то не помню их вообще. Теряю свое санити, не сворачивай с пути. Окей, хорошо. Так, здесь есть... А что это за рычаг? А, я, видимо, все должен нажать, чтобы открыть дверь. Блин, жесть, это огромная тема. Я вроде ничего не пропускаю, то есть я стараюсь проходить так, чтобы все видеть. Да, все в порядке. Не понял? Че, я опять, что ли, балбес? Стрелочки существуют. Не понял.
Типа, я это зря нажал? А, серьезно? Я просто подумал, типа... Все, мы не будем это комментировать, ладно. Он не расположен к разговору. Жесть, это призрачный чел, видимо, да? Отсылка на него, наверное. Я предполагаю. Это Айзек? Ну, в ресурс-паке это Айзек, но там же был в... Блин, этот паттерн на полу напрягает меня. Он выглядит знакомо. Порой стоит посмотреть под ноги, правда? Настоящие мужики часто так делают. Зона без шифта. Окей. Хорошо, я понял. Я все понял, чуваки. Я сразу все понял, когда увидел паттерн на полу. Ну вот это я помню, потому что я на этом страдал. Давайте так. Вот так. И вот здесь без. Ага. Хорошо, какой это блок? Второй. Окей. Сейчас будет first try просто, смотрите. А, оно дамажит меня? Окей, ну по идее теперь сюда. И вот сюда. И вот так. Я прошел! С первого раза буквально. Вот так вот, по-умному. Окей, зона без шифта off. Хорошо. Окей. Там что-то написано. Здравствуйте, Влад. Время, проведенное с нудными людьми, наполняет вас решимостью найти новых друзей. Окей, хорошо. Жесть. Здравствуйте. Не такие сладкие, как твои balls, но можешь взять одну или не одну. О, жесть, я помню это место. Тут можно взять конфеты. Блин, ну одну можно взять, я считаю. Сладкий леденец с малиной. Окей, хорошо. Ну одну, я буду хорошим в этом, ну как бы, прохождении. Еще типа нажимать предлагаешь? Ты байтишь меня на это? Да? Но это как-то... Это подозрительно. Не ведись. А реально ли заруинить пацифиста, набрав кучу конфет, чуваки? Ну так. Для справки просто уточняю. Хвастается конфетой. Окей. Окей, ну хорошо, ладно, я пойду тогда дальше. Как бы, ну, пока что все мирно. Так, окей. Блин, эта локация огромная, походу. Жесть, тут какой-то... О, нет! Окей. Погоди, но тут я могу с шифтом. Да. Окей. А, чё? Мне это не поможет. Мне... А, или поможет, погодите. Нет, мне это не поможет. Нет, я не помню, чуваки, я не помню. Ты должен по сюжету упасть. Да ну. Все, допёр, да, в натуре должен упасть. Да, вы правы. Опа, привет, Влад. Так, каждое действие несет необратимые последствия. Будь внимателен, иначе придет она. Найс, это было приятно. Это было здорово. Зона без шифта. Так, ну хорошо, каков шанс? Блин, а я, по-моему, вижу. Я, по-моему, вижу, да, чат? Нет. А по какому принципу оно подсвечено, интересно? Забавно. Ну хорошо. Но я шифт нажимать не могу, то есть мне надо тут чисто ходить. Это типа от света? Ну, кстати, да, может быть от света, да. Так, пока что иду. А, ну там в полу же будет рисунок, да, вроде бы? Нет. Окей, что за таблички? А, вот, да. Чел все еще рекомендую смотреть под ноги прямо сейчас! Окей, ну тут есть подсказка на случай, если бы я был глупым. Но я не глупый, я все знал, я все понял. Окей. Сюда, потом до края.
И от края... Окей, хорошо, 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 хорошо. Я все понял. Угомони свои руки? ВТФ, мои руки на столе. В чем проблема? Так, вот тут вроде сюда. Протри глаза, зритель. Нельзя. Ну можно, тебе, но это стрёмно. Тебе всякую показывают, а ты в это веришь. Ипугот. Не хочу. И, ребята, сори, что не был долго на стримах. Диплом душит. О, найс. Держи. Ну, вообще здесь не понял. Понял, 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 понял. Жесть. Вот это вообще вы видели? Обалдеть. Теперь бы понять еще дальше, как быть. О, жесть, мост выдумался, кайф, спасибо. Я верну тебе после стрима пакет 10. Наблюдая за тем, как Мыв показывает вам Поппи из норки, вы наполняетесь решимостью. Окей. Действительно показывает, окей, хорошо. Жесть, тут есть сыр! Чем больше дырок, тем больше дырок. Справедливо. Спорить не буду с данным высказыванием, окей. Жесть, тут есть Cthulhu Undead, это этот призрачный чел, я помню. Он плачет. Окей. Блин, а я не помню, что надо сделать, чтобы он не плакал. У меня есть сладкий леденец. Я украл твои слезы, вот, держи. Я не помню, что делать. Дать ему сделать шляпку? О, он меня пропускает, окей, спасибо. Спасибо. Плачь дальше, хорошо. Ух ты, распродажа паучьей выпечки. Так, ну я готов купить. Я помню, как бы, как это работает. Как мне, втулка, как мне купить здесь что-нибудь? Или это, ну, или это inconsequential, как бы, вещь? Жесть, какой же паук крутой! Сори, что перебил. Там есть маленькая кнопочка на полу, она подписана. Кнопочка на полу. Она прямо в магазине? Да. А, она, я понял, вот это, которое можно взять. Да. Паучье яйцо вареное, паученье. То есть я могу и то, и то взять? Да. Жесть, хорошо, спасибо. Спасибо, мистер паук. Вот этот паук, конечно, жесть крутой, посмотрите на него, обалдеть. Такое ночью приснится и, ну, придется менять все. У меня совсем не осталось друзей, видимо, им не нравятся мои шортс-видео. Блин, это золото. Я слышал, Alt F4 показывает секретную лягушку, но каждый раз я вижу только читать далее. Окей. Конечно, ты уже знаешь, что желтый снег — это замороженный лед. Обязательно попробуй. Ну, вот это я не совсем понял. Ну, там про желтый снег, но... Ну, ладно. Твоя решимость позволит выбраться из этой комнаты, стоит заглянуть во все дыры. О, это я помню, конечно, стоит. Вот это да! А можно... Держи гнег, да, можно, спасибо. Или не можно? О, можно, я взял. Яблоко для гнега, жесть. А можно я его съем, у меня кончается просто голод. Да. Можно взять, будто бы венок. А, нет, взялось, обманул. Protection 4, защита 4. Надев венок, монстры не будут сильно вас бить, так как вы выглядите мило. Окей. Это мило с их стороны, я бы сказал. Кнопку? Так не, кнопка мне не нужна. Мне же не нужна кнопка, втулка. Нет, она просто подписана. Вот, да, я тоже так подумал. Она просто типа дает мне понять, что мне можно это взять. Но мне не обязательно ее брать. Точнее, мне не нужно даже ее брать. Не обязательно. Так. Я просто постепенно умираю и... О, привки. Я типа без рофлов, мне нечего есть просто, я не знаю. Там написано, можно взять, но там написано не про кнопку. Так что, я ем? Я не знаю, просто... А, это не настоящее зачарованное яблоко. Это просто яблоко. Тотемом поешь? А, у меня же интертотемов, точно, да. Нормальная идея. Сексуально покачивает бедрами. Мини-жел, обалдеть. Блин, ну... Сначала одеваются так, а потом... Ну, вы поняли.
Сейчас, погодите, взять можно. О, батин суп! Окей. Мне нравится, что он зачарован на проклятие исчезновения. Точно так же, как и батя. Двери не ведут к выходу, они всего лишь поворот в перспективе. Активирую красный рычаг. Но красный написано зеленым. Кому верить? Кому верить? Ну, наверное, буквы правильнее, чем цвет таблички. Проверим эту гипотезу. Да, я прав, найс. Активируй голубой. Окей. А, голубого нет. Ну, методом исключения это голубой. Да, найс. Жесть, я понял, кстати, почему он не видно его цвет, потому что его не видно, типа, за колонной, по идее. А теперь их все не видно за колонной, и мне надо гадать, какой из них красный, какой зеленый, а какой синий. Но мы можем схитрить и посмотреть, что тут он последний, значит, скорее всего, тут он тоже последний. Бэмц. Да, какой же я умный, просто жесть. Ты уже близок к завершению, осталось нажать на зеленый переключатель. А, стоп, зеленый было написано буквами. Я чуть не повелся. Найс. Покажи, как ты выглядишь, пожалуйста, а мы наценим уровень милоты. Вот, я выгляжу вот так. Там сзади меня кто-то тусит. То есть поворот налево. То есть сохраняшка. И что-то написано. Добро пожаловать в большой уютный дом, который внушает безопасность. Череп. Ощущение непредсказуемости этого дома наполняет вас решимостью и желанием уйти. Интересно. Ну там что-то есть в доме. Ты можешь вернуться назад, там еще один проход. Ладно, я съем батин суп. Он дает регенерацию, жесть, нормально. Music time, окей. А! Окей. Жесть. Тут типа вид, да? Красивый. На все это дело. Кайф. Бери нож. Жесть, как хорошо сделано. Че это за инструмент вообще? Кости? Обалденно звучит. Очень круто. Иронично, что я выключил этот трек, включил трек на сервере, и это был тот же самый трек. Острый игрушечный ног, сделан из пластика. Нож в печень никто не вечен. Ну окей, это нам пригодится. Я, конечно, играю на пацифиста, но как бы... Но как бы в Undertale тоже есть темные переулки, и как бы... Разберемся. В дом захожу. Так, жесть. Жесть, прикольно сделаны кустики. Это голова такая? Вроде да. Прикольно, 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 прикольно. Блин, а можно мне сделать как в игре, короче, и убегать каждый раз? Да. Влад, пойдем, ты должен преследовать меня, иначе я убегу. Ладно, я шучу. Ой, тут врубили музыку. Окей. Здорово. Ребята тут веселятся. Жесть, есть тарелка. Крутая тарелка. Видимо, тоже головой сделан. Здесь есть блинчики или это пирог? Вообще это выглядит как блинчики. Окей. Здесь есть... Жесть! А кто занимался стендами? Кассив, это... Влад, Усач, Туху. Жесть, как круто. Тут прям, я не знаю... Тупо эталон использования, я считаю. Вот это гляньте. Там есть кнопочки, которые тоже можно почитать. А-а-а, все, допер, чаще будет, окей. Те самые огурцы. Эта банка выглядит немного suspicious. Грязная посуда. Стоит позвать фрогетов на помощь. Вы открыли кран, вода мокрая.
С ножа стекает что-то красное, наверное, джем. Лопатка слишком мала для хозяина. Плита еще не остыла. И на эту кнопку у меня... Ага, навелось. Че-че-че? Кто-то украл майонез. Окей, ну я буду бегать просто по дому же, да? Пока что. Да. Время выпить чай. Там просто есть... Я не знаю. Кнопка с инфой про Фроги-то, это типа призыв к действию или нет? Нет. Окей. Тогда я спокоен. Весь музыка резко оборвалась. Ладно. Это что-то знакомое. Это не из Капхеда, перс? Выглядит как будто из Капхеда. Классная комната. Жесть, тут даже... Тут даже есть... Картина. Жесть, кто это? Вы прилегли на кровать, она слишком твердая. С виду красней овцо. Сдутый мяч, им давно не играли. Есть... Опа. Почему скелету трудно научиться готовить? В этом есть свои тонкости. Здесь ананас. Нифига. Блин, какие комнаты красивые, жесть. Жил бы в такой. Буквально. Я когда... Вглядываясь в зеркало, вам мерещатся странности. Да, это все странности. Это точно не я. Вы смотрели на кактус 5 минут, он не расцвел. Жалко. Вы прилегли на кровать, она слишком мягкая. Можно взять. Сложно разобрать. Ве-о-поп-ме-ли-ме. Что должен сохранять скелет в трудный момент? Стой, кость. Кто-то закинул хороший трехочковый. Звукосценаристы. Ночной горшок. Вглядываясь в зеркало, вы видите семью. Ей. Кубок за мягкие булочки. Окей, двусмысленно. Жесть, какая книга крутая, офигеть. Головами, наверное. Тебе нравится Хью Льюис и группа Ньюс. Окей. Вы прилегли на кровать, она идеальна. Вы уснули. Окей. РП лежание на кровати. Погнали дальше. Я поспал. Это я. И кажется, у меня пинг. Нет. Пинга немало, конечно. Так, ладно. Погодите. Запоминай. Запоминай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну ладно, допустим. Ага, тотема нет в руке. Да? 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 Или нет? А, есть, обалдеть. Нифига себе. Что вообще? Что? Откуда зеркало знает, что у меня тотем? Нет пути. Так, ну у меня осталось, получается, только лестница. Привет! Ладно. Поешь? Ну блин, у меня только печенье. Мне можно съесть все, что у меня в инвентаре, да? Да. Окей. Тройное сальто. Влад! Выпусти меня, Влад! Выпусти меня! У меня есть острый игрушечный нож. Лучше тебе выпустить меня, давай. Давай, без глупостей. Мне просто... Ну, торт был очень вкусным и все такое, но мне нужно дальше идти, понимаешь? Дальше нужно мне идти. Я нажму на рычаг, я нажму. Чё это за кнопка? Так. Хорошо, дитя, если ты хочешь уйти, я открою дверь. Давай, отлично. Забыла, что сменила ключи. Уверена, ты справишься. Ключи... И сидит. Сменила ключи. Видимо, надо найти другой ключ.
Ну, у меня два варианта. Либо надо потыкать по кнопкам, которые здесь, либо надо пойти туда и забрать... Посмотри в сторону в зеркало. Ну, блин, это сложно. Надо либо найти, короче, в квартире, либо... Ну, в смысле, в доме. Либо надо... Что говорит скелет, угощая спагетти? Бон аппетит! Литры, забыл снять. Сделай это перед зеркалом. Ладно. Вы примерили шляпу, а она вам как раз. Кайф. Приятные чувства. Блины еще не остыли. Все понятно, все понятно, все понятно, все понятно. Это я сделал? Да. Обалдеть, то есть я был прав, кайф. Как же намело? О, жесть, это этот чел, динозаврик, я помню. Да ну! Да ну! Я думал, руинами все кончится. Жесть! Жесть! Жесть, это круто! Окей. Ой. Окей, они дали мне кость. И еще одну кость. Давайте тему, срочно скидывайте мне трек, мне скиньте, чат. Почему скелеты любят воду? Потому что вода — это жидкость. Sans Undertale, Aware. Блин, очень красивая локация. Жесть, как круто сделано. Спасибо. Ну, это, блин, реально круто, я не знаю. Я просто обалдел сейчас, если честно. Так, у них больше нет, да, я так понимаю, реплик? Или, yeah. Или есть. То есть я просто дальше иду. Окей, 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 окей. Жесть. Похоже, что выход сломан. Эррор. Жесть. Окей. Ой. Кто-то... Он реально призрак. Он исчез у меня на секунду. Вы это видели? А Cthulhu Undead просто плачет, как бы, в любой ситуации. Жесть. Ну, я считаю... Что это 10 из 10, без шуток. Это, Чёрт, наверное... Блядь. Это, наверное... Сейчас, дай-ка мне подумать. Ну, наверное, это лучший квест, который был вообще. Быстро иди к зеркалу! Жесть, сколько ушло времени в Тулка на все? Это жесть, как круто. Это обалдеть просто. Это 10 из 10, я считаю. Месяц, наверное. Обалдеть. Так, ну я должен сфоткать вас всех, я считаю. Кайф! Жесть! Мне очень понравилось! Это прям жесть, как круто!